Процедура получения разрешительных документов для строительства на территории Подмосковья, в том числе и на реконструкцию, станет проще. Чтобы зарегистрировать документацию, заявителю необходимо обратиться на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Рассмотрение на полноту комплектности в соответствии с законодательством специалисты Мособлгеотрест проведут в течение одного рабочего дня. Причинами отказов являются, как правило, технические ошибки в предоставленной документации.